Итак, обновила я новый кошелечек. Он такой маленький. Я, конечно, с трудом все поместила туда, но поместила. Теперь надо его хранить в таком образе, чтобы больше ничего нельзя туда было положить. Ну, в смысле, не ложить туда больше ничего. Потому что я так насобираю чего. То, что надо в кошелечке, то, что не надо. Здесь то, что надо. Все остальное сейчас пойдет в мусор. Потом у меня там и старые карточки, и что только там не было. И страховые карточки, и кредитные, которыми я никогда не пользовалась, потому что я не верю в кредитные карточки. В общем, кошелечек симпатичный. Я сейчас поменяла сумочку на розовую, как раз по цвет. Все-таки как хорошо, когда Тринка дома. Джашик намного себя лучше играет. Он, видите, он с ней играется. Она его развлекает. Потому что когда она в садике, он на мне висит. Это просто невозможно. Да, Джашечек? Косявец мой. Так что хорошо, что я в Айда поеду со Скарлетт. Она хоть его развлекать будет. Я надеюсь. Молодец, ты готовишь, молодец. Кстати, знаете, люди, которые меня давно смотрят, еще больше года назад у меня на компьютере сломалась мышка. Вот именно вот это, что пальцем так водишь и стрелочка, да. И мне пришлось подключать такую мышку, настоящую, как с настоящего компьютера, не с ноутбука, а вот именно такой, как на компьютере, и мы вечно с этой мышкой работали. Вчера Джилета делала домашнюю работу на этом компьютере, говорит, мама, мышка-то работает. Я так, о, короче, мышка воскресла, так что ура, теперь мне не надо эту шнур подключать с мышкой к этому компьютеру, уже слава богу. Люлю! Я даже не знаю, если я вам халёкала сегодня. Так что халё! Едем в школу. Окей, be patient, it will get cold. Видите, дошло время, теперь хотим холодный воздух. А он, понимаете, охлаждается некоторое время. А нам надо сейчас, как сказали. Машина горячая, лайнует. За кондиционером, и кондиционер уберет некоторое время, чтобы вначале выгнать этот горячий воздух, который здесь уже накопился, и охлаждать, начать охлаждать. Ладно, едем в школу. Джашик, помощник у меня, прям помощник из помощников. Ну, вначале, да, гулял, я вам показывала, он гулял, а потом уже все. Висит на мне, хоть ты тресни. Наконец-то. Первый его тихий час, я так не могла его уложить в постель. Он все со мной был, на мне лежал. Потом покушал хорошенько. И я его... Скажите, я скажу. Наконец-то уложила второй раз. В постельку удалось мне его уложить. И вообще я разбаловалась и пошла кутить, покормила себя, ванну приняла. И потом он проснулся, говорит, хватит развлекаться, мама. Ладно, к чему я веду? К тому, что я еще сумку не сложила. Дальше. Я ей посуду даже не помыла. Вот как круто. В общем, я еду в школу. Сегодня я забыла совершенно, что Габриэл идет на день рождения. Его пригласила мама. Вот это, знаете, вы вот это. У меня друзья такие есть, которые приглашают людей там за месяц, дают знать, что будет день рождения. Вот это, что вы мне сказали, что не сказали. Если вы мне за неделю до этого или за день до этого не напомните, все, это уже улетело, я уже забыла. Слава богу, это мама напомнила сегодня, что день рождения, говорит, я готова ваших сыновей забрать, если надо. Я говорю, боже, спасибо, что вы мне напомнили. Я уже забыла, я уже в Оклахома-Сити.
куча всего, тут куча перемен планов, мы едем, потом Анжелика, оказывается, сегодня работает, потом у нее соревнования, как это все Дэнни будет делать, а тут на эту кучу нас еще и Габриэл. И его приглашают ночевать. Я говорю, ночевка не получится, потому что завтра Дэнни рано Анжелику везти в школу на соревнования. Малые девчонки еще будут в это время спать. То, конечно, Габриэл нужен, чтобы он посмотрел девчонок, пока он отвезет Анжелику в школу. А если он будет ночевать, то Габриэла не будет. Это значит, надо всех будить с такую рань в субботу и перти в школу. Хотя Дэнни подумывает на этот счет. Я говорю, Дэнни, не мася дури. Пострадает и перестанет. Но сегодня Дэнни надо. В общем, на Дэнни на задание сегодня. Пристегнуть карсит Бирину машину перед тем, как мы выйдем. Джошика. И потом ему 8:30 примерно надо забрать Габриэла. Там есть ресторан с аттракционами. Вот там они будут праздновать. В общем, Габриэла надо оттуда забрать. И... Я еду. Ага. Окей. Я въехала. И Анжелику забрать с работы в 9:30. Мне, что мне надо сделать? В данный момент мне надо найти Габриэла, дать ему денежку для именинника и сказать, что он едет с ними. Потому что Габриэл, наверное, тоже забыл. Потому что мне ничего не говорил на этот счет сегодня утром, поэтому я все выбила. А потом Анжелика после школы идет. У нас там это пикниковое место около церкви. Их там будут кормить всех бегунов ресторанской едой. Вот это ресторан, куда мы ходили на мое день рождения, они купили там еду всем бегунам и их будут кормить такой едой, которая помогает для бега. Короче, которая будет хорошо влиять на их результат. Скорее всего, какая-то вермишель с соусом и салат. Так что Анжелика идет туда, возьмет этот ужин. Сейчас я чего-то... Извиняюсь. Возьмет этот ужин, поужинает, приезжаем домой. Я там буду быстро складывать эти сумки с Джульеттой, с бебиком. Анжелика туды-сюды готовится, и мне надо везти Анжелику на работу. Потом я возвращаюсь, приедет Ира, Дэнни нас пристегнет, и потом мы скажем адьос, и все, пошли все нафиг, и мы уезжаем. Такой вот план. В общем, Габриэла сбросила. Анжелику сбросила на ее ужин. В это время я поехала в близлежащий магазин Валди. Купила некоторые снеки. Анжелике завтра на соревнования, да и нам в дорогу. Сейчас возвращаю в школу забирать Анжелику и едем домой. Прибежали домой. К счастью, Дэнни был дома. Он сразу детей у меня взял, и я летала, как драный веник, сложила там чемодан. Не чемодан, а сумку. Чемодан, в общем, мы едем на одну ночь. Но все равно начинается. Anyway. Заодно поставила макароны вариться девчонкам малым. На ужин. В общем, туда-сюда, и вот мы едем с Анжеликой на работу. Потом мы после этого возвращаемся. Тоже опять по-быстренькому. Если надо что-то сложить, сложу. Если что, вспомню. И Ирина приедет. И все. Анжелика. Недовольная была, типа ж вчера не встретилась с Рикки, сегодня тоже. А потом проверила свой чековый счет и вспомнила, что сегодня у нее зарплата, и стала сразу довольная. Вот что деньги с детьми делают, то есть с людьми, не с детьми, со всеми. Ладно, едем на работу зарабатывать деньги. Road trip, everyone! Все, мы выехали, свобода!
свободно. Ну, посмотрим, кому-то тут еще вести 2 часа. Ну, но она как будто не засыпает. Мы будем за ней следить. Будем снимать. Будем снимать. Смотрите, какая-то такие... Ой-ой-ой. За облаками там солнышко выглядывает. Тут у вас, кстати, радуга, не знаю. Смогли показать? Понемножку был дождь. Ой, даже не знаю, что я показываю. Ну, десь там радуга была. Если вы заметили, скажите. Потому что мне на камере незаметно. Ере! Анжелика на работе, Габриэл на вечеринке и папа за главного с девчонками. Они там уже это самое. Он вчера Скарлетт купил такую штучку делать эти бантики, Джо-Джо бантики, которые ей нравятся. В общем, они этим развлекаются в данный момент. Джошек там девчонок развлекает. Если что, у нас есть снеки, у нас есть молочко. Я надеюсь, что он все-таки заснет. Мы доехали, кружляли немножко под самый конец, но доехали. Гостиница небольшая, двухэтажная, но прямо в городе, там, университетском, там, где нам надо. Девчонки выбирали, мы им сделали несколько выборов. В общем, они решили, что здесь само... Окей, это у нас, да, девочки пробежались. Ладно, идем в комнаты залазить наши. Все, мы уже оплатили. Пик, короче, ладно, все. Ой, как тут отсюда так это. Ну, маленькая гостиница, но уютненькая. Да? Да. Вот, говорят, самый конец идти надо. Ну, пошли. Заходим, где тут свет найти бы. Где тут свет? Наверное, каждую лампу надо включать. Нету такого, чтобы... Welcome to our house. Ура! Ну, в общем, так. For the night, basically. Yeah, for the night. Кошечка. О! Не, а где наша машина? А, мне на той стороне. Ну, ладно, так уж и будет. Вот, о, чашек, смотри, можешь тебя в кресло положить. Да, ну, в общем, да, хорошо, уютно. Да, где? Это вон, боже, прям под окном, какой я хороший. Я вообще смотрела не в те стороны. Не под нос себе, а да. В общем, забирайте свинишку. Мы доехали, ура, ой, надо хоть мужу позвонить, что мы доехали. Ну, холодильник, микроволновка, маленькая кофеварочка и ванная. Ну, короче, все есть. Душевая, да. Все, ладно, тут у нас маленькие дети по имени София и Джульет просят кушать. В общем, Ира повезла девчонок кушать, я отказалась, мне сейчас, честно говоря, я есть не хочу, малыш уже, он не спал в дороге совершенно, так что я буду его пытаться уложить спать, уже его протерла везде и памперс поменяла, покормлю и будем спать, да, пижамку мы уже одели, пока тихо,
Никого здесь нету, я думаю, будем использовать момент и уже засыпать на ночь, я надеюсь. Я бы чайка не против попить, но это вначале малыш первым ходом. Не успели мы заснуть. Девочки очень быстро скупились. Это самое. Всем приятного аппетита. У нас тут курица, картошка, тост, запахи, диетчики. Мы с Ирой не спустились, тут горячая вода. Я не хотела подогревать микроволновки, хотя она не такая горячая. В общем, я чаёк с собой привезла. Здесь у них столовая, она сейчас закрытая, открывается в 6 утра. И здесь вот такое лобби, светлое, окна везде. Быстрочка. Где-то болтает с Анжеликой. У нас уже 11 час. Мальчик тут показывал, как он ходит по кровати. Туда два шага, туда два шага. И такой довольный, такой довольный. В общем, буду я закрывать влог. Некоторые люди уже спят. И мы надеемся, что скоро будем спать. Так что огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я жду вас спокойной ночи, до встречи и бай-бай.